Всем привет, с вами Миха Драг Драгон. И как вы видите, сейчас перед вами Cry of Fear. Вы подумайте, может быть, я хочу пройти новую кампанию. Но нет, я хочу посмотреть несколько кастомных историй. А точнее всего две, это Memories и Halloween Collaboration. Все они на английском, но как-нибудь постараюсь я вам довести то, что в них говорится. Хотя я сам не знаю, что там будет на самом деле. Может, там сюжета-то нету. Но, как мне советовали, говорят, что очень интересно и даже не знаю, меня самого завлекает. Ну, спросите, почему я не прохожу главную кампанию Cry of Fear? Ну, потому что я ее уже видел в летсплеях, а как вы понимаете, когда ты ее уже видел, она не такая страшная. Ну что, давайте не будем тянуть. Играть я буду на изи, я вам сразу говорю то, что я не хочу быть таким уж прям хардкорным человеком. Потому что концепция Cry of Fear мне по сути мало знакома. Так что не обессудьте. Будем с вами играть на изи мод. Но зато это нам облегчит прохождение, и думаю, вам будет намного интереснее смотреть, как я не буду умирать по 100 раз. А буду идти линейно сюжету. Если он тут, конечно, есть. Добро пожаловать в Cry of Fear память. Это твои там воспоминания о что-нибудь. Ты не должен забывать то, что там с тобой, может, произошло. Запомни. Изучи. Что-то в этом роде. Не знаю, правильно я, ребят, перевел, но я с английским говорю не очень, так что повторяю просто. Но постараюсь что-нибудь донести хотя бы как-нибудь. Но, как говорится, ничего не обещаю. Chapter 1. Румпел. Ну, это вроде как никак не переводится, это какое-то странное название главы. Может, потом мы узнаем, в чем связь это Румпел. Румпел-бумпел. Ой, Саймон. Это главный герой Cry of Fear, если что. Саймон. Бля, что ж ты делаешь-то? То есть Чунгил сразу режет себя. Саймон, Саймон, не режь себя! Саймон, это плохо. Кончится. И смотрите, зрел себя и встал. Так что происходит? Санапоник. Так, что у меня в инвентаре? Только нож. Так, зашибись. Так, давайте немножечко убавим звук, потому что что-то немного громковатое. Я себя-то не слышу даже. Ну, могу объяснять, в чем концепция Cry of Fear, но если кто не знает. Cry of Fear — это такая игра, в которой есть небольшой инвентарь на, по-моему, на 6 слотов. По большинству своих случаев инвентарь используется для оружия, но есть также шприцы. Это хоррор с элементами, как бы сказать, это экшена. Так, подойди ко мне, сказали. И давайте смотреть, что же нас ждет. Сохраняться в этой игре можно только вот по этим магнитофонам. Да, давайте сохранимся. Так. Отлично, сохранено. Нет, 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 нет. Нет, я ничего не вижу. Ай-яй-яй. Ты должен слушать меня, мой войск. Ты должен слушать меня. Что произошло вообще? Хрена себе. Это что такое? Он говорит, слушай мой голос. Это как так? А, стоять, кстати, говорю, стоять. Или ты умрешь. Ты должен слушать мой голос. Мои тебе слова дам, это вообще. Я очень хреновый голос. Ты. Твой мозг, слушай меня. Теперь иди. Так, погоди. Иди, не поворачивай налево. Ага, не поворачивай налево, говорит. Так, у нас справа там. Отлично. Теперь стой. Nothing left. Won't be right. Окей.
Так. Что ты делаешь? Чего? Feel your craziness will... Что происходит? Бля! Стой! Нет, нет! Ты доволен? Нет, недоволен! Нет, 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 пожалуйста, стойте, бля! Ну ш... Так, кажется, я что-то неправильно понял. Хорошо. Ну понял я, stop there. Stop it, your war will die. Хорошо. Тут он говорит вообще. Я понял, что я слышу твой прекрасный голос. Ну давай, 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 давай. Блять, ты что ж ты творишь-то? Зашибись. Ну я же знаю, вот, я же субтитры прочитал, почему он меня убил. Какого хрена? Так, все сейчас будет, ребят. Сейчас все будет. Да стою я здесь. Или ты умрешь? Да понял, мы же все слышали, ребят, давайте же. Жалко, ты плюс никак нельзя. Слушаю. Слушаю, слушаю тебя. Я тебе укажу правильный путь, не сворачивай налево. Хорошо, я ж тебя слышал уже. Не говорит, не сворачивай налево, ну вот. Идем мы с вами. Правильно идем, да? Ребят, так. Так, теперь снова стой. Не сворачивай. Ни за что не сворачивай. Чего? Погодите, он нам говорит не сворачивать налево. Почему тогда? Ребят, он нам вам что-то наврал. Потому что в прошлый раз он нас просто убил там. Давайте сюда пойдем. Да блять, твою налево. Что тебе надо-то? Так. Просто стой в этот момент. Хорошо. Ты сумасшедший, понимаешь, что это? Я, блин. Теперь, давай. Сейчас. Ты уверен? Ты... Что ты ждешь? Процесс. Так. Давайте не будем его заставлять ждать. Блин, я прям боюсь эти ребят, кого сейчас меня опять сожрет. Йо, красота. Ё-моё! Откройте. Open fucking door. Теперь посмотри, что сейчас. Ты видишь тьму. Что... Так, что, ты должен найти выход. Темнота. Иди к свету, говорит. Бля. Не беспокойся. А это... Ори. Go to next slide. Ёпатерса ты. А сохранится? Мне это не нравится. Откуда? Нет! Бля, уйдите, нахуй! Быстро! Ну-ка, вось! Ну-ка, брысь! Я вам говорю, брысь! Смотрите, меня не кусают! Ах ты, сука! Ты... Так, чтобы выжить, иди... иди направо! Не иди направо! Тьфу ты, ёптер, сэдэ! Так, это у нас что, пистолет? Ай-яй-яй! Ни хрена! Перезаряжайся! Блядь! Ё! Иди на следующий свет. Так-так-так. Не-не-не-не. Стоять! Подожди, он меня жрёт! Блядь! Да хватит мне жрать. Блин, я даже в инвентаре не расставил. Я не успел даже в инвентаре расставить. Go to next slide. Так, идти или не идти, блядь. Ёптер, СД.
Ох, ядрить твою налево, это было страшно. Хорошо, давайте сейчас расставим инвентарь. Лечиться мы с вами не будем. Я думал, легкие уровень сложности будет немного посложнее. Ну ладно, ребят. Я говорю, я не хочу заниматься мазохизмом в этой игре, потому что эта игра мне, конечно, очень мало знакома, но очень интересно вот эти вот дополнения небольшие. И мы с вами их рассмотрим. Так, давай-ка ты у нас комбайн. С пистолетом не получится? А. Dual wield. О. Опа. Так, а как фонарик включить? Ага, отлично. Давайте быстренько сохранимся, да, потому что страшно немного. Так. Saving progress. Так, ты, а ты что не призаряжаешься? Я же вижу, что у тебя одна обойма еще есть. Почему ты не призаряжаешься? Эй! Что, ребята, он реально не перезаряжается. Вот он, мужик, ты страшный. Я не знаю, что я говорю, я просто сейчас на стрёме. Это что за музыка из Last of Us какая-то, блин? На! Вот эти, блин. Да что за... Да что за бомжи? Что за бомжи на улицах? Это что, 90-е, что ли? Ёпрст-то. Вот если честно, я... О, нет. Я, конечно, сейчас... Я хотел сказать сначала то, что мы сейчас посидим на лавочке, отдохнем, но тут я увидел дробовик и понял, что ему будет плохо. Вот так вот. И тебе тоже будет плохо. И тебе. Все вам будет плохо. Потому что у меня в руках дробовик. Обоим, это хорошо, это уже хорошо. Перезаряжайся давай. Так, отлично. Что-то у меня странное почувствовать, что здесь кто-то может быть. Бля! Быстрее вылази! Вылази! Да ебрит твой налево! Фух! Следуй к Карнине. А, чё, почему следуй? Я не знаю, почему я сказал следуй, но. Я реально нервных. Я еще немножечко устал, и так что, ребят. Не обессудьте, если я буду немного путаться. Даже мы пришли сейчас. Почему ж мне опять фонарик исчез? Так, комбайн. Эх, чё ты не хочешь? Вот так вот. Отлично. Ё, сзади что ли? Ё! Откуда вас только? Ничего не вижу, ничего не вижу, ничего. Бля. Ни хрена вас повылило просто. Так, цы. Кто, где, кто? Так, нельзя... Блин, ну почему он не сохраняется? Я что-то не понял. Давайте с ножиком походим. Ё просто... Где я? Что за адское место? Где я? Что это за место? Блядь! Это дословно перевод. Что это за место?
Это вообще реально? Ну, если есть патроны, значит реально. Так. Так. Где кто? Что? Мужик, почему повесился? Почему мне так страшно? Отличный глок. Ай, зря перезарядился, блин, я же забыл систему, то, что в игре, если перезаряжаешь, то у тебя патроны исчезают просто. Просто иди на... А! Блин. Йо-йо, просто... Кто, где, что? Где я вообще? Фонарик вообще ни хрена не помогает. Так. Да где я? Что? Кто? Ай-яй-яй. Только не падай, только не падай. Бля, да что? Сука. Кровать ядрицкая. Ядреная кровать, блядь. Смотрите, какая кровать, она просто меня взяла и столкнула. Ты, блядь. Скотина. Отлично. Минус одна кровать. Вторая. Ну давай. Отлично. Тихо. Блин, ну реально страшно. Не люблю я такой в играх, сейчас честно слово. Ай, да что ж такое-то? Так, ребят, почти, бля, сделал. Блин, какой ужас, ребят, это просто, не знаю, что это что-то. Ой. Так, нет, костюмы мне не нужны никакие. Спасибо. А вот сам мне хочется. Так, что я нашел? Патроны, видимо, к дробовику. Хорошо, давайте его возьмем, кстати. Я, кстати, пока останавливал запись, я использовал морфин. Опять я перезаряжаюсь. Привычка. Софи. Саймон, let me go. I love. Ой-ой-ой. I love you, Софи. I have to leave. Please. I fucking love you. Just let me go, Саймон. Нихрена себе. Софи, ты чё, охренела, что ли? Сам Саймон тебя любит, а ты, блин, покончил с собой, прикиньте, ребят. Что за люди вообще? Йо, доктор. Доктор, что ты там делаешь? Стрёмное местечко, на самом деле.
Так, я взял... Блин, где кто, что, кто? Что происходит? Я ничего не вижу. Куда я попал? Где я? Что я? Да блин, ни хрена не вижу. Фак. Юзи. Открылась. Какой ужас, а? Вот тут патроны есть хотя бы. Я не хочу туда. Там страшно. Мать вашу. Какой ужас, ребят. Опа. Бляха-муха. Что-то, ребят, я не знаю, что-то стрёмно как-то. Room 4, нужен ключ. Не открывается. Закрыто. Блин, что там дышит так? О, сохранение. Так, сохранение нам нужно. А здесь мне не по себе. Так что я отсюда ухожу. Не-не-не! Ну нахер, ну нахер, ну не хочу я, не хочу. Блин. Прощайте, ребят, прощайте. Я взял ключ от апартаментов, еще патроны. Там что-то есть, ребят. Ёбаный ребенок. А больше ничего, блин. Только зря патроны перевел. А, ключ-то у меня есть? Есть. Так, не понял. А, тут же вроде еще есть. Отлично. А! Баба! Баба! Где борщ? Где салат? Твою мать! Хоть где-то от нее можно спрятаться. А теперь ты мне за все ответишь. За все. Сейчас мы тебя... На! На! Ни хрена! Ни хрена себе! Не, я, конечно, понимаю рвение на кровать, но... Ну не в такой же степени, чтобы сквозь нее проходить. Это капец полный. Это капец. Так, а тут что-то не открывается ничего. Хорошо. Не знаю, мне модификация уже нравится. Хотя мне начало мне как-то не очень понравилось. А! Что? Кто? Где? Что? Кто? К чему? Бля! Ёх, да вы издеваетесь. Lamp Bulletproof. Пятая глава, ребят. Пятая глава, как быстро все. Так. Что у нас посильнее? Я даже не знаю, что будет посильнее. Либо вот эта дубинка посильнее будет, либо наш старый ножик. Так, ребят, давайте до следующего прохождения. О, до следующего сохранения. Тогда я заканчиваю. Надеюсь, вам пока все нравится, потому что мне просто, не знаю, мне пока нравится. Ну вот начало, как я вам говорил, уже не особо так. Потому что нам какой-то
чел приказывал вот именно туда идти, иначе он нас зарежет, или кто там нас срезал. А может, у нас спасало, кто его знает? Это плохо кончится. Блин. Мужик. Блин, что-то мне как-то стрёмно. Я не могу... А, мне нужно найти какой-то кран. Как бы это странно ни звучало, мне нужно найти кран. Хорошо. Нет, отсюда я пришел. Может, я забыл где-нибудь кран здесь? Кран. Не вижу кран. Ребят, хоть убейте, но я кран не вижу. Тогда где может быть кран? Ай-яй-яй-яй-яй. Так это что? Это ничего. Так. Ребят, ну я пока... На, ну здесь еще проход какой-то есть. Отлично. Ух ты, что роза? Кто это? О, это же Afraid of Monster. Ну, если кто знает такую игру из Afraid of Monster, там такие же монстрики есть. Тоже стрёмные. Так, давайте я возьмем пистолет. И соединим его, пожалуй, с пистолетиком другим. Вот так вот. Не, ребят, движок первого Half-Life, а выглядит, я не знаю, ну прикольно выглядит все это. А, батька, думаешь, я тебя не вижу? Вот сиди здесь. А я пойду дальше. Тебя я тоже вижу. Бля, а тебя я не видел. А, перезарядка. Еще один. Сдох. Ребята, я хочу выбраться из этого места уже побыстрее. Кто там? Бля! Какого хрена? Че ты не бежишь? Блин. Лезь! Вы что, издеваетесь? Там же бензопильщик. А, он закрытый? Вот осиди тут. А я побегу. Так, он до сих пор там трещит. Сохранение. Нет, сначала мы убьем. Так, а теперь сохрани... Блин, да что ж, ты же не сохранить мне не даете. Закончить не дают. Вот теперь мы в спокойной обстановочке. Облутаем. Блин, почему, блин, места нету? Так, я даже не знаю, что лучше, ребят. Либо нож, либо дубинка. Если кто знает, можете написать в комментариях. Я потом... А, не, я знаю, что я сделаю. Так, дроп. Вкалю себе препарат. Но возьму дубинку. Да, кстати, напишите, все равно напишите, ребят, что сильнее, дубинка или нож. Так, давайте в первой сохраним.
Отлично. В общем, с вами был Миха Дарк Драгон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и добра.